Приветствую вас. Я думаю, что для начала было бы неплохо определить, зачем вы ищете себе мужчину в принципе. Я не считаю, что мужчина, допустим, вам не нужен. Я не считаю, что вы не должны быть с мужчиной. Речь идет именно о том, собственно, для чего вам мужчина, зачем вам мужчина, что вам мужчина. То есть, есть у меня такое ощущение, вот есть у меня такое ощущение, что вы ищете мужчину, потому что вам что-то нужно от него. То есть вы, грубо говоря, вы в чем-то нуждаетесь в контексте мужчины. И поэтому вы ищете, потому что, ну, искать мужчину — это занятие крайне неблагодарное. В том смысле, что вы можете найти человека, вы можете не найти человека, у вас может получиться его найти, у вас может не получиться его найти. То есть вы, по сути, ставите, ну, свою жизнь вот в какую-то такую определенную зависимость, да, зависимость от того, найдете ли вы человека, к примеру, или нет. Поэтому здесь возможен некий элемент идеализации человека, потому как если вы пытаетесь искать, искать мужчину, а он, например, не ищется, то это, конечно, ну, волей-неволей ведет к некой такой идеализации человека, вот, а мне не кажется, что это позиция вам полезна. Мне кажется, что эта позиция позволит вам чувствовать себя максимально свободно. Вот. Поэтому вполне вероятно, что речь идет именно о том, что вы почему-то в мужчине нуждаетесь, вот, по какой-то причине вы в мужчине нуждаетесь. И не очень отдаете себе отчет в том, почему вы в нем нуждаетесь, почему вы нуждаетесь, собственно говоря, в мужчине. Вот. Ну, я думаю, что помочь вам, в принципе, вполне себе можно, да, если определиться, опять же, с целью. То есть, определиться с тем, как конкретно вы ищете мужчин, да. То есть, ну, что вы делаете? Как вы с мужчинами сближаетесь, вот, по поводу чего вы с мужчинами сближаетесь, вот, если это самое, ну, если это самое сближение происходит, что общего между вами и мужчинами, вот, есть ли между вами что-то общее. Это то, что нужно исследовать, конечно же, потому что это напрямую влияет на то, как вы выстраиваете отношения. Это напрямую влияет на то, получается у вас или нет выстраивать отношения с мужчинами. Если вы, например, чересчур заинтересованы в мужчине, да, если вы чересчур заинтересованы, вот, то велика вероятность, что у вас, ну, ничего не получится, потому что слишком вот сильно вы нуждаетесь в человеке, вот. Эта история примерно такая. Дальше. Часто банально не совпадение симпатии, если нравится мужчина, не обращает внимания на меня. Тут я бы сказал, что имеет место быть определенная выборка
мужчин. То есть вы выбираете, вероятно, подсознательно таких мужчин для себя, которым вы не нравитесь. И очевидно, что, опять же, от мужчины вы пытаетесь добрать, именно добрать что-то, что нужно вам. То есть я не берусь утверждать наверняка этот момент сейчас, да, не берусь утверждать наверняка, но пока что получается так. То есть в случае, когда выбирают партнера, который не нравится, который нравится, но которому не нравится человек, это всегда подспудное желание добрать, что-то от потенциального партнера, что-то, чего не хватает вам, например. Вот, я не могу сказать, что это прямо критично, но это, опять же, существенно усложняет процесс построения отношений, потому что в таком случае получается, что вы, опять же, чересчур заинтересованы в этом самом поиске, в этом самом мужчине. Вот, а мужчина, возможно, чувствует с вашей стороны сверхинтерес, мужчина чувствует с вашей стороны гиперинтерес, это его отталкивает, потому что он, возможно, опасается, что вы захотите его на себе женить, хотя у вас, может быть, даже и мысли такой не возникает. Дальше, считается ли это неудачей? Нет, это не считается неудачей, это считается определенным сценарием, жизненным сценарием, в основе которого лежит или может лежить, или лежит, может лежать или лежит запрет на построение близких отношений. Вот это, по сути, страх близости. Вот. То, что вот вы описываете, это страх близости, это запрет на, ну, на выстраивание близких отношений. Вот. Получает этот запрет человек, как правило, в семье, вот, получает этот запрет человек, как правило, внутри своей семьи, вот, и, соответственно, именно работа с семейными детско-родительскими отношениями может помочь увидеть этот самый запрет, снять его, вот, и двигаться дальше. Может помочь и проработка вашего, вашей женской модели поведения для того, чтобы вы максимально раскрывались перед мужчиной, чтобы вы максимально демонстрировали ему то, что готовы ему дать, вот то, что он может получить, взаимодействуя с вами. Вот, может помочь и снижение мотивации найти мужчину, ну просто вот, снижение мотивации именно встретить своего партнера, вот, потому что, ну, вас это может элементарно отвлекать от, ну, от своих занятий, от своих действий, от своих позиций, от своих желаний, вот, от своего пути, в общем говоря. И дабы этого не было, опять же, нужно, возможно, вот как раз
снизить вашу мотивацию. Вот. То есть тут момент такой. Дальше. Пробовала много раз новые знакомства в интернет, знакомые, кафе и коллеги, но ничего не вышло, не вышло. В чем моя проблема? Ваше поведение, ваше отношение к себе, Эля, я думаю, что проблема может быть в том, как вы себя ставите, проблема может быть в том, как вы себя позиционируете, в том числе, ну вот, с мужчинами, вот, как вы себя позиционируете перед мужчинами, как вы себя позиционируете непосредственно, как вы себя презентуете, репрезентуете им, вот. Это очень важный момент, который также может вас, ну, не позволять и не пускать вас, ну, более близко в отношениях с мужчиной. Вот, значит, этот момент понятен, я надеюсь. С другой стороны, ситуация может быть и такой, что вы банально не имеете достаточно общего с человеком, вот, значит, чтобы выстраивать с ним отношения именно, ну, именно личные, да, именно такие вот духовные, где он человек, я имею в виду, воспринимал, принимал бы вас такой, какая вы есть, да, потому что, в общем-то, ни знакомые, ни коллеги этого не гарантируют. Ни знакомые, ни коллеги не гарантируют того, ну, того, что, ну, что вас примут, да, ни знакомые, ни коллеги не гарантируют того факта, что вы будете приняты ими, ими. Вот, что отношения, которые вы с ними выстраиваете, что эти отношения, они именно безусловные, что они живые, что они спонтанные, что вам в этих отношениях хорошо, что вам в этих отношениях что вам в этих отношениях комфортно и так далее. Вот. Поэтому тут еще очень важна, конечно, среда. Среда, которую вы выбираете для построения отношений и так далее. Это тоже очень важный момент. Вот. Дальше, так, дайте совет. Ну, советами тут не ограничиться, нужно делать анализ ваших вопросов вам, чтобы понять, в чем дело. Вот, понять, возможно, что вам важно и в чем вы нуждаетесь. Так, такое может быть, чтобы молодая интересная девочка все время была без пары и поклонников. Да, вы же описываете эту ситуацию, значит, значит, такое может быть, к сожалению, да, может быть. Другой вопрос, что за этим, ну, стоит, другой вопрос, какая у этого основа, да? Другой вопрос, почему так происходит? Вот. Другой вопрос, какова причина этого? Другой вопрос, что для вас
самой означает то, что вы без мужчины и без поклонников. То есть вот у меня, например, сложилось такое впечатление, что вы себя чувствуете, ну, как-то вот, знаете, может быть, не совсем полноценной в этом ключе, в этом моменте вы себя чувствуете какой-то вот не такой, может быть, вот, хотя я могу ошибаться здесь, но, то есть, условно говоря, причины этого могут быть самые разнообразные, начиная от страха близости, вот, и заканчивая тем, что вы, значит, комплексуете просто по поводу, ну, по поводу чего-то, да, по поводу каких-то элементов, по поводу каких-то аспектов себя, например, своей внешности, своего там характера, допустим, своих каких-то позиций и прочего. Вот. Я не говорю, что это именно ваша история, я не говорю, что это именно, ну, что 100% это про вас. Но ситуация вполне может быть такой. Вот, поэтому, дабы не делать выводов, дабы не гадать, я думаю, что имеет смысл выбрать психолога и как следует поработать. Вы знаете, если вы 10 лет ищете мужчину и не находите его, то само собой, скорее всего, это не решится. Вот. То есть, ну, не решится это так, что внезапно однажды появится человек, которого вы, допустим, ну, с которым у вас все получится. Вот. То есть это было бы, ну, на мой взгляд, слишком наивно полагать, что такое возможно. Вот. Поэтому мне кажется, что не стоит полагаться на случай и уж тем более на удачу. Вот, а лучше выявить некие закономерности того, почему так происходит, и их подкорректировать. Вот. Самая распространенная проблема – это восприятие себя и отсутствие общего с другими людьми. Ну, просто вот отсутствие объективно общего с другими людьми. То есть, когда вот как вы описываете, да, что вот мужчине нравится, но я не нравлюсь, там, к примеру, ему, вот. Ну вот, сразу возникает вопрос, да, а нет ли здесь какой-то закономерности в том, что вам нравится мужчина, которому не нравитесь вы, да, то есть, как бы, ну, мне кажется, что здесь вот очень важно не упускать из виду все эти моменты и во всех тонкостях разобраться, во всех тонкостях ситуации разобраться, во всех тонкостях ситуации ориентироваться, чтобы вы, ну, вы сами увидите, что вам от этого будет только лучше, вы сами увидите, что вам от этого будет только более комфортно, а если у вас есть проблема с, допустим, с восприятием себя, да, то это, подкорректировав это,
подкорректировав данный аспект, вы сможете, получить в итоге то, что вам хочется. Вот. Такой примерно момент. Вот. Опять же, идеализацию нельзя сбрасывать со счетов. То есть, если вы идеализируете того же мужчину, да, если вы идеализируете его, то тут могут быть определенные трудности, определенные проблемы, потому что идеализация редко доводит до добра, идеализация редко несет что-то позитивное, хорошее, вот, потому что это оторванность от реальности, вот. Такой вот момент, такая вот история. Может быть, вам этого недостаточно, может быть, вам хотелось бы больше, вам хотелось бы, может быть, более такого точного ответа, но, к сожалению, больше ничего добавить пока что нельзя, потому что слишком мало информации о вас, вот, слишком мало информации о том, как складывалась ваша жизнь, вот, слишком мало информации о вашем, например, опыте, вот, то есть, слишком мало информации о том, какой у вас опыт есть, взаимодействия с мужчинами и так далее. То есть, может быть, вообще речь идет о некой